мягкий, как у отца. Я его очень любила. Он не знает, что ты его дочь. Премьера на канале «Россия». А мне нужен адрес генерала Печорского. Александр Михайлов. Ну что, Анечка, поработаем над моими мемуарами? Карина Андоленко. Устроилась на работу к генералу одному. То есть вот так папаша решил трудоустроить собственную дочь? Анастасия Веденская. Я видела, как ты на нее пялился. Артем Ткаченко. Я поверил. В любовь с первого взгляда. Андрей Ильин. Либо ты говоришь нам всю правду, либо я сдам тебя куда следует. И я сдам. Сценарий жизни всегда можно переписать. Почему мне не сказала, что ты моя дочь? Стенограмма судьбы. С 15 ноября в 21:20 на канале «Россия».